Дорогие соотечественники, здравствуйте. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Человек, которого знает вся республика. Человек, отмеченный мудростью, профессионализмом и, главное, глубоким уважением своих сограждан. Это очень умный, очень порядочный человек. И зовут его Дмитрий Пулбырь. Приветствую вас. Вот я хотел, пользуясь тем, что редкий случай, когда наши дорогие соотечественники, телезрители могут пообщаться, послушать, потому что, когда мы смотрим на экран, многие считают, ну вот с экрана кто-то что-то говорит, а мы только смотрим. Это не так. В мозгу происходит общение. Любой человек, когда смотрит, значит, выступление, беседу, особенно умудренных жизнью людей, он вольно или невольно вступает с ним в некий ментальный диалог. Согласен. С чем-то он соглашается, да, чем-то с чем-то нет. И вот, когда вот возникает потребность в опыте мудрых людей, потому что вообще народная мудрость наша, она вся в пословицах, поговорках, вот. Она говорит о том, что вот как-то я такую одну из форм вот этих народных поговорок слушал, что интеллект, ум, это инструмент, а мудрость — умение на нем играть. Очень красиво сказано, да. Такая как бы форма. И поэтому, когда мы сталкиваемся в жизни с противоречиями, а вся жизнь сплошная борьба, контрадикция, противоречия. Только так. Любой судебный процесс – это тем более. Одна сторона, другая. Политический процесс, опять одна, экономический. Судебный процесс так и называется – состязательный. Mm-hmm. То есть сторона защиты, сторона потерпевшей или обвиняемой, неважно. Но без противоречия он абсурден и не может. Конечно, не может пройти любой процесс судебный, если мы говорим о судебной практике вообще, любой процесс. Mm-hmm. Это противоречивые стороны, один защищается, другой нападает, как бы образно говоря. Ну, скажем так, прокурор обвиняет. Процесс. Это миссия его государственная. Он поддерживает государство. Вот миссия — хорошее слово. Да. Значит, поддержать государственное обвинение. Угу. А сторона защиты, обвиняемый он или подсудимый, если находится в суде, дело уже это подсудимый, то он может сам защищаться, но имеет право нанять профессионального адвоката. Кстати, если это его право будет нарушено, то уже приговор, если он как таково будет аннулирован, при том по веским основаниям, что нарушено право на защиту. Так вот, они между собой спорят. Прокурор доказывает свое, защита, как правило, опровергает все, что говорит прокурор, и выставляет свои тезисы, свою точку зрения на данный процесс. Вот обычно так. То же самое в гражданском процессе. То же самое. Только там есть истец и ответчик, и их представители, и там адвокаты. И опять же есть столкновение, конфликт интересов. Конечно, столкновение мнений. Особенно в гражданском процессе. Там более сложновато. Сложновато, потому что если уголовный процесс, более проще. Есть уголовное право, есть уголовный кодекс, статья конкретная, вменена в вину этому подсудимому или обвиняемому, для начала, потом подсудимый. А в гражданском процессе вроде тоже есть спор, иск, но он разносторонний, потому что начинаешь одно, а можешь добраться совершенно до других моментов, которые и не предусмотрены в этом исковом заявлении, которое человек обращается в суд. То есть получается, что поскольку уголовные преступления более типизированы, более классифицированы, более ясно. А гражданский процесс всегда... Это масса нюансов. Да, масса нюансов. И многие юристы, как правило, стараются уходить от гражданских споров, потому что
сложноватой. Но сложновато от того, не от того, что само гражданское право сложное. Потому что обычно житейское, не зря говорят, гражданский кодекс – это конституция гражданского общества. Великолепно. Да. Я впервые такую классную формулировку услышал. Повторите, пожалуйста, еще раз для наших дорогих соотечественников. Если, да, с удовольствием повторю для наших телезрителей и соотечественников, гражданский кодекс – это конституция гражданского общества. Я не отождествляю с настоящей конституцией, которой, я не говорю о основном законе. Мы говорим о метафоре. О метафоре, мы говорим о метафоре, да. И вот это гражданское право по существу, оно несложное, но объемное, емкое. И поэтому все уходят, стараются подальше от гражданского права, ближе к административному, тоже, там тоже сложновато. И, наверное, больше произвола может быть, когда больше нюансов. Конечно. Конечно, значит, шанс... От компетентности, от порядочности власти судебной. Потому что там больше произвола в гражданском праве можно. Хотя и в уголовном праве, но за редким исключением. Потому что каждый из нас может привести уйма примеров, когда человека незаконно осуждают или сфабриковали дело. Я имею в виду в уголовном процессе. Да. Или там на основании ложных показаний каких-то свидетелей, или даже потерпевших, если хотите. Все бывает. Но это больше редко, потому что тут легче разобраться и быстрее разобраться в уголовном процессе, если кто-то говорит неправду, или кто-то специально там наговаривает на кого-то. Кстати, уголовный закон предусматривает и уголовную ответственность за дачу ложных показаний и так далее. Поэтому есть какие-то рестрикции в данном случае. Но в гражданском праве там более-менее размыто, размыто в какой-то мере. И больше зависит от порядочности, да, от профессионализма. От профессионализма судей, я имею в виду. Ну, адвокатов я не буду тут о них говорить, потому что у них задача защищать совершенно, у них совершенно другие задачи. Защищать интересы. Даже если защитник знает, опять возвращаясь к уголовному праву, знает о том, что его подсудимый совершил конкретное преступление, но подсудимый не признает себя, адвокат не имеет права сказать в суде, он же совершил. Он занимает... То есть свое мнение в обвинительном контексте он не может. Он защищает, защищает позицию своего подзащитного. То же самое и в гражданском процессе. Но там тоже к сторону в процессе гражданский имеет право нанимать адвоката одного, двух, неважно, в принципе. Но от порядочности судей в основном зависит исход и в гражданском процессе, в принципе, да, и в уголовном тоже. Но чаще всего люди встречаются с несправедливостью в гражданском праве, в гражданском процессе. И от того, насколько... Я понимаю так, что сильно то общество, и вот вы говорили, что гражданское право – это конституция для данного общества. Да, гражданского общества. Вот. И в котором вот это как бы конституция, это как некая конструкция, некоторая атмосфера, некоторая практика, там и реальная жизнь, вот это, да, она определяет, насколько это государство качественно, насколько оно перспективно, насколько в нем правильно идут общественные, политические, экономические процессы. Совершенно верно. Потому что вот многие люди, вот даже часть наших телезрителей, я часто встречался вопрос: «Ой, Виктор Иванович, что это вы все эти вот какие-то всякие там судебные, там всякие правовые вопросы, государственные? Вы посмотрите, как мы плохо живем». Я им часто отвечаю: «Ребята, вот вы потому плохо и живете, это взаимосвязано, что вы не обращаете на это внимания. И когда вы голосуете, вы 10 раз подумайте, чем это вернется. Потому что пачка риса или бутылка водки
на выборах, потом обернется страшными потерями. И вот слово «Конституция». Вот по этому поводу, по поводу демократии, вот состояние общества. Пожалуйста. Помните слова Бисмарка? Такой император. Это Бисмарк. Значит, он был канцлером у кайзера Вильгельма. Да. Он фактически эту империю германскую и создал. Так вот он говорил, что демократия стоит очень дорого. Угу. Я к тому слову, что вы сказали, что за килограмм риса, за бутылку водки или еще что-то, какие-то материальные блага, сиюмоментные, потом выходит, извините за выражение, хотя это литературное слово, выходит боком. Потом, всем нам. Поэтому и Бисмарк еще тогда сказал, что демократия стоит дорого. Значит, для того, чтобы иметь демократическое общество, надо инвестировать в этом обществе, в эту демократию. Демократия не означает, что вот человек захотел, вышел на улицу, критикует, орет и еще знает что. Демократия это означает торжество закона. И вот насколько закон принят в таком состоянии, или принят обществом, которое находится в таком состоянии. Именно принят обществом. Да, принято обществом, так и будет жить это какие общество. Мы, какие мы, так и такая жизнь. Такая жизнь. А можно сказать вот таким, чтобы как бы лучше понять эту ситуацию? Вот у нас часто говорят «свобода», «демократия», и как-то никто не задумывается, что демократия, это по сути дела, это не произвол толпы, однозначно. Не произвол. Однозначно. Вышли на Майдан, да. Пожгли, поломали, да. Разбежались, натворили дел, а кто виноват, а Бог его знает то. Я, судя по вашему примеру, да, можно привести массу примеров. Это называется издевательство над демократией. Угу. Демократия, я сказал, что торжество закона. Не я сказал, это общепризнанное выражение. Под видом, а мы народ, а кто сказал, что вы часть народа, весь народ? Да, да. Вы спросили, идите на выборы, вот там и определяйтесь. Вот я так понимаю, что вот часто говорят, что демократия, это прежде всего власть не лица. И власть, даже не толпы. Власть это закона, власть закона, который люди добровольно, да. Общественный договор, выдвинули и договорились. Ребята, вот мы его приняли, потом не обессудьте. Раз мы правила игры, во время игры правила игры не меняются. Я так понимаю, вот это демократия. Вы правильно понимаете, потому что носитель власти у нас кто? Если мы обратимся к Конституции, это народ. Народ – носитель власти. Конечно, принимать законы на площади мы не сможем. И не получится. Законы, принятые в соответствии с тем правилом, приемом законодательной практики или технологии законодательной на площади принять такие законы мы не сможем. Поэтому народу, носителю власти дано право через своих представителей, то есть избирает парламент, депутатов парламента, от партии, неважно, вот по этой системе, которая у нас сейчас будет в феврале, это смешанная система, неважно, избирает своих представителей. И вот этих представителей и принимает тех законов, о которых мы говорили. И вот вы правильно сказали, насколько этих представителей будут соответствовать тем категориям, которые говорили, что он человечный, что он объективный, что он человек, который вызывает уважение у людей. Вот народ должен таким людям верить, а раз верит, то их должны избрать, а раз избирают, то должны верить, что им принимают качественные законы. Которые потом эти законы мы должны соблюдать все, в том числе и тот депутат, который за него и голосовал. То есть получается тогда парадокс. То общество, где вот нету правильного осознания демократии, оно через Майданы, через вот эти революции рано или поздно к авторитаризму скатывается. Конечно, железно. Конечно, конечно. Потому что в хаосе. Хаосе. Ох, какое слово правильное. Очень многим выгодно хаос.
потому что там никто не проверяет. И если и проверяет, то не так, как положено. И мер никто да, не примет. И формально выполняет свои служебные функции, и получается то, что мы имеем. И теперь следующий вопрос. Демократия, как многие говорят, это кроме власти и закона, которым сами через своих представителей или референдум приняли. Ребята, да. Правила игры не меняются во время. Смените правила, а тогда и играйте по-другому. Ну, насчет правила игры вы правильно подметили, потому что не зря в избирательном кодексе нашем сказано, что за 6 месяцев до выборов, неважно, местные выборы органов власти или парламентские выборы, не имеет права парламент и какое-либо другое должностное лицо, я имею в виду, парламент имеет право внести изменения, дополнения в законодательстве, не имеет права изменять правила игры за 6 месяцев до выборов. Вот есть определенный порядок, до 6 месяцев, пожалуйста. Это право парламента изменять, дополнять избирательный кодекс. Но дальше начинается правило, которое не надо менять во время игры. Вот за 6 месяцев. Чего мы вот наблюдаем, эти у нас нарушения сплошь и рядом. Вот я, например, помню, последнее перед инаугурацией нашего президента, за месяц столько... У него и полномочия забрали, и всяких... То есть поменяли правила этой игры за месяц. Или сейчас пытается парламент менять опять же эти правила. Этого нельзя делать, это в мире нигде не делается. То есть получается, что я избранный, допустим, депутат, тем более по списку избранный. Я думаю, подожди, ребята, месяц остался. А что, если меня не изберут? А ну давай сделаем так, чтобы пройти было легче. Раз поменяли правила игры. Ну, хлопцы, теперь мы себе обеспечили. В мире такое допустимо? В мировой практике это и традиции? Это общепринятая международная практика в международном праве. Конечно, основная часть нашего законодательства Республики Молдова заимствована из международного права. И вот основные принципы, они действуют, международное право действует во всем мире, и в Молдове, и на Украине, и в Грузии, и в России, и в Африке, и неважно где, в Латинской Америке. Общепринятые принципы. Есть даже такое выражение, общепринятый принцип международного права. Да. Его нельзя не переделать. Не всегда написанный даже. Есть такой принцип. Вот никто не имеет права от этих принципов отходить. Да, эти принципы как-то мы пытаемся приспособить к нашей жизни, я говорю о Республике Молдова, но основной принцип должен быть соблюдён. И вот когда нарушаются общепринятые принципы права, неважно, в уголовном, в гражданском, в трудовом праве и так далее, тогда получается тот хаос, о котором я вам говорил. Слово «хаос» — это является производной от несоблюдения порядка. Да. Потому что порядок и хаос — это две противоположные вещи. Стороны, да. Поэтому, когда я слышу слова, некоторые говорят «управляемый хаос», мы, ребята, хаосом нельзя управлять. Он не управляем. Если ты пошел по дорожке хаоса, рано или поздно по закону бумеранга — получишь по голове. Хаос можно спровоцировать, но не управлять. Но не управлять. Что удивительно. Это все равно, что сказать. Хаотическое управление. Да, оно так же бессмысленно, как управляемый хаос. Конечно. То есть или у нас порядок, или у нас бардак. Или-или. А мы хотим... С виду, чтобы был порядок, а на самом деле вытворяем, что хотим. Третьего не дано. Или по закону, или по беспорядку, как по беспределу, как есть такое. Хорошее слово по беспределу. Да. И теперь мы приходим к следующей. Значит, демократия, мы разобрались. Власть закона, нельзя менять правила игры во время игры. И выступает еще
идея равновесия баланса властей. Между ветвями власти, да. Почему так важно, вот когда говорят, а нам президент не нужен. Молодцы, а может вы не нужны нам, а не президент. А может, кто вот в этой ситуации, когда есть власть, как говорят, вот исполнительная власть, законодательная власть, судебная власть. Вот почему нужен этот треугольник властей? Почему мы знаем, что стульчик как минимум три ножки должен иметь? Чтобы как-то если две, он уже заваливается на одной, тем более. Вот скажите, пожалуйста, почему в этом треугольнике властей ни в коем случае нельзя такие разговоры? А зачем нам парламент? А зачем нам президент? А зачем нам Конституционный суд или что-то? Почему этого никак нельзя? И кто должен как бы стараться, чтобы между всеми властями вот это равновесие соблюдалось? Чтобы стул государства, скауну цари, да, образно. Стоял да, устойчиво на трех ногах. Как вы с вашим большим опытом? Ну, сказать, что у меня большой опыт, нельзя, но кое-что понимаю. Начнем опять-таки, вернемся к принципам международного права. И вот общепринятый принцип, ветви власти в государстве, в любом. Нельзя обойтись без законодательной власти, нельзя обойтись без исполнительной власти и нельзя обойтись без судебной власти. Вот это общий принцип международного права. Дальше. В 1994 году у нас была принята Конституция. И на тот период, даже и сейчас, на тот период, этот наш основной закон Республики Молдова был самым прогрессивным, если хотите, на постсоветском пространстве и даже в части некоторых стран Европы. И это признавали на Западе. Признавали на Западе и признавали европейцы, что в некоторых странах Европы, когда еще этот проект Конституции получил положительное заключение от Венецианской комиссии, значит, что многие страны европейские не имеют такого документа основного, Конституцию, как наша. Ну, а потом она стала дополняться, изменяться и так далее. Улучшаться, в кавычках. Так вот, вернемся к истокам. В нашей Конституции прописано, что у нас была на тот период семипрезидентская республика, как модель Франции. И наши соседи... То есть у нас первоначально, вот то, что мы то вернемся, перевернемся, первоначальная, значит, схема была такая. Наполовину как бы президент главный, наполовину парламент. То есть паритет был. Равновесие. Да, можно говорить о каком-то паритете. Согласимся с этой терминологией. Паритет. Значит, президент, парламент, правительство и судебная власть. Четыре ветви власти. Хотя многие перечислите, пожалуйста, у стула появилась четвертая ножка. Четвертая. Это еще устойчивее. Да, да, еще устойчивее. Перечислите еще раз, пожалуйста. Значит, парламент. Раз. Да, президент. Два. И правительство, исполнительная власть и судебная власть. Все. Прописано было изначально в нашей Конституции 1994 года. Многие теоретики спорят, является ли президент как отдельной ветви власти, или это он входит в исполнительную власть. Неважно. Вот США президент, глава правительства. Да. Но в Конституции нас и прописано. И тогда же было распределено или прописано обязанность каждой этой, и обязанность парламента, обязанность правительства, президента, ну и отдельная глава Конституции, это судебная власть, где там что прописано, чем должен заниматься суды и так далее, и так далее. И вот, все отошло нормально, пока не добрались мы до 2000 года, когда перевернули с ног на голову, как говорят, или наоборот. То есть в 2000 году наш дорогой парламент начал чудить.
начал чудить. Я тогда был депутатом парламента и знает это изнутри, как все это происходило. До 2000 года президент избирался всенародно. До 2000. До 2000 года, а в июне 2000 года, 2000 года, в июне, когда была произведена, так сказать, изменена конституция и из семи президентской полупрезидентской, да, полупарламентской, мы получили парламентскую республику, и там было прописано, что президент... И с гордостью, как эти маймуцы или обезьяны, стали бить депутаты вся группа, какие мы молодцы. И потом сами... А на этом, да, и поскользнулись, и погорели. Да, да. Я, чтобы наши телезрители и соотечественники, да, да, как вы говорили, чтобы знали, я тогда за это изменение Конституции не голосовал, не только я. Было там несколько, у нас, по-моему, 5 или 7 человек. Сейчас неважно, кто я. Угу. Я помню их, но не буду назвать, потому что не имеет значения. Ну, я этим хотел сказать, что моя совесть чиста. То есть вы понимали всю пагубность того, более того, очень легкого популистского, да, решения. Более того, можно поднять стенограмму и почитать, угу, где, если кто хочет этим интересоваться, что сказал. То есть парламент сам себя сделал парламентской республикой. Да. Молодцы. Да. А где баланс власти? И вот получили то, что мы имели. Помните кризис? Беспредел получили. Да, получили беспредел. Помните кризис в 2009 году и так далее? Ага. Более 2 лет не могли избрать президента в парламенте. Вот следствие. Вот следствие, да, необдуманные изменений. Из желания хапнуть власти как можно побольше. Может и так выразиться, но из желания, чтобы... Ну, они поменяли правила, достичь какие-то политические цели. Они поменяли правила игры во время игры, что бумерангом нам всем по лбу и дало. Но чуть позже, но бумеранг вернулся к нам, да. И получили, имели, что имели. И ваше предупреждение никто слушать не хотел. Все думали о политической конъюнктуре, там была эйфория, что решили кому-то отомстить и так далее. Это, ну, давайте скажем так, это тема для отдельного разговора, мы ее оставим. И вот в 2011 году, будучи председателем Конституционного суда, я взял и высказался, что... Они 2,5 года не могли избрать президента по очереди председателей парламента. В стране был полный бардак. Да, по очереди председателей парламента тогда исполняли обязанности президента. И когда там уже было деваться некому, и было некуда, и был истекал конституционный срок для избрания президента, я взял и высказал, как председатель Конституционного суда, как гражданин, который кое-что понимаю в конституционном праве, в праве вообще. Причем вы высказались не за или против какой-то политической партии или течения. Нет, нет. Вы сказали свою гражданскую позицию. Я сказал, что если... Что по конституции никто не имел права у вас отобрать. Да. Значит, я тогда сказал, не помню дословно, но примерно мысль была такова, что если до какого-то числа, по-моему, до 28 ноября парламент не изберет президента, сам парламент нарушит конституцию. И вот многим не понравилось. Хорошо. Какая тут политика? Если и вас тут же обвинили в политиканстве. Да, обвинили в политиканстве, и тут же меня сняли с должности и так далее, и так далее. При помощи своих же коллег-судей. Потому что председатель суда избирает судей Конституционного суда. Но это опять-таки не об этом мы говорим. Вы знаете, так мы говорим о ветвях власти. Так вот. Вы знаете, все-таки я на секунду ремарку для наших вот дорогих соотечественников, телезрителей. Чтобы они понимали, дорогие соотечественники, я начал с того, что я обещал вам, что у нас в гостях будет очень достойный и очень мудрый и ответственный человек. Именно Дмитрий Полбери, вот о чем мы только что говорили, был человеком,
который стал жертвой вот этой коррумпированной политической системы. Что он сказал? Он сказал: ребята, если вы не изберете президента, и вот эта анархия в Вакханалии будет продолжаться, это означает, что вы не на своем месте. Тут же последовала совершенно несправедливая, я бы сказал, какое-то слово подобрать, по-народному подлая реакция тех, кто держал тогда хомуты власти в своих руках. И именно эти ребята первые пострадали от того, что они сделали. Один из них сидит, а многие имеют большие проблемы. И еще больше проблем будут иметь в дальнейшем. Будем в этом уверены. Извините меня за ремарку, потому что... Это ваше право, вы же потому что я должен был сказать не только свое мнение, но мнение почти всех, с кем я общался. Все люди отмечают, что вы имели гражданскую позицию и гражданское мужество и мудрость. Вот за это люди вам благодарны до сих пор. Спасибо всем. А репутация человека и мнение человека дорогого стоит. Деньги приходят и уходят. Власть приходит и уходит, а доброе имя остается. И к таким людям прислушиваются. Спасибо на добром слове. Так, вернемся к ветвям власти. Ну, от себя ясно, что парламент – это законодательный орган, который должен принимать законы. И правительство – тот орган, который исполняет законы, которые принимает парламент. А судебная власть, ну, осуществляет правосудие в Республике Молдова. Президент. У него был очень широкий круг полномочий. То есть по первоначальному, одному из лучших в Европе Конституции Республики Молдова. Одному, который потом начали Аши Мыника менять по ходу игры. Президент обладал... Как вы сказали, вот такая полупрезидентская, полупарламентская власть, типа как во Франции, обладал большими полномочиями. Потому что и он, и парламент избирался народом. Народом. Угу. Потому что всенародно избрался президент, ну и всенародно избрался и парламент. Они равнолегитимны, получается. Да, все верно. Угу. Потом начались В 2000 году, когда вот изменили конституцию, или из полупрезидентской республики, полупарламентской превратили в парламентскую республику, в принципе, ничего тут плохого нет. Но что самое интересное, что полномочия у президента остались практически те же самые, которые были до этой реформы. А возможность подрезать их на 5, на 10 минут, и на вот час все остались. Это, да, и, ну, конечно, парламент имеет право внести изменения в Конституцию. Это есть особый порядок. Да. Наверняка наши телезрители знают. Кстати, если... президент имеет инициативу. Да, и, значит, я расскажу порядок изменения Конституции. Значит, появляется проект конституционного закона. Неважно о чем, какую статью менять, какую дополнить. То есть мы сейчас говорим о важнейшем своде правил, по которым должно жить общество в законе. Все верно. Как меняются эти правила? Да. Не в игры во время игры, а есть определенный, порядок. Uh-huh. Есть определенный порядок, как изменять конституцию. Есть определенный порядок, как меняются обычные законы. И так далее. Это как меняется обычный закон, это прописано в регламенте парламента. Угу. Потому что появляется законодательная инициатива, потом этот собирает отзывы на эту инициативу, рассматривает комиссии. Я говорю о процедуре парламента. И какая роль тут конституционного суда? Так вот, а чтобы менять конституцию, появляется проект конституционного закона. Этот проект должен быть подписан не менее 33 депутатов. Угу. То есть набрать одну треть депутатов, чтобы подписать этот закон. Этот закон из парламента, проект закона, скажем так, проект закона поступает в Конституционный суд. Конституционный суд в течение 6 месяцев, он может быть и сразу рассмотреть. Но так прописано в Конституции. В течение 6 месяцев Конституционный суд рассматривает этот вопрос. После рассмотрения вопроса в Конституционном суде
отзыв Конституционного суда, так называемый авиз, вместе с проектом закона поступает в парламент. Парламент, в свою очередь, в течение 6 месяцев не имеет права рассматривать это изменение. То есть дается время, то есть, думайте. Если вначале дается полгода терминус максимус, что нельзя протянуть резину Конституционному суду, то тут наоборот. Терминус минимус нельзя менять, чем полгода. После истечения... А у нас это все терминус максимус. Мы наблюдали уже. У нас в парламенте нарушений нет со стороны... Нету, да? Нет, нет. Потому что, мне кажется, мы где-то вот в этом 2000 там районе... Нет. Может быть, что-то там другое, но парламент всегда этот срок соблюдает. Выдерживает. То есть нарушений в этом плане еще не было? Еще не было, и, надеюсь, и не будут. Ага. Будущий парламент, который будет работать. А как же тогда не ухитряться правила игры во время игры? Так вот я и... Ну, это чаще всего получается в ординарных законах, это в избирательном кодексе, там проще. То есть в Конституции тут довольно строго. Да, очень, вот, я бы сказал так, громоздкий порядок изменений. И жесткий. И жесткий в какой-то мере, да. А в обычных законах, подзаконных, там проще, там проще. И если бы с момента, как поступил в парламент этот проект изменения Конституции, 6 месяцев мы говорили, что нельзя трогать его, и в течение года, то есть с момента, как истекли эти шестимесячный срок, в течение года парламент имеет право рассматривать, когда он захочет. Это дело парламента. Ну и поэтому многие законы, которые уже не проголосованы по изменению Конституции, ну, истек срок, все, не имеют права проголосовать. Надо начать процедуру сначала. И вот, и так далее, и так далее. Так вот, Конституционный суд по роду своему, значит, он является политико-юридический орган. Он, внимание, дорогие соотечественники, сейчас экс-председатель Конституционного суда, человек с большим опытом жизни, начинает нам всем объяснять, что есть Конституционный суд. Внимание, слушайте внимательно. Он так и прописано, что он является политико-юридический орган. То есть сказать о том, что он занимается сугубо юридическим вопросом, нельзя. Сказать о том, что он занимается чисто политикой, нельзя. Но в любом случае решение Конституционного суда так или иначе переплетается с политикой. Поэтому я и называю политико-юридический орган. Но так. Конституционный суд, его основная миссия – это быть арбитром между ветвями власти. То есть фактически вот в этом в очень сложном переплетении в этих он и является гарантом, гарантом вот этого равновесия. Да. Отсюда и политический момент. Потому что политика – это власть, вопросы власти. Прописывает Конституционному суду. Ага. То есть значит, не в плане, что это политика демократов, социалистов, либералов. Это политика от слова «политика» как понятие власти. Как значит, как вы говорите, ветви власти. У нас получается 4. Так вот, между этими 3 законодательная, исполнительная, представительная, президентская, вот этот Конституционный суд должен быть совестью нации, как я понимаю. Вы очень правильно понимаете, и вы нашли очень удачное выражение «совестью нации». Так вот, Конституционный суд, с моей точки зрения, этот порядок нарушает. Он не из органа, который должен быть высший арбитр. Да, высший арбитр. И как-то он должен быть арбитром между ветвями власти. Он злоупотребляет. Да, мы с вами все знаем, какие все решения, эти штучки, фокусы, решения Конституционного суда. Я комментировать их не буду, потому что... Это коллеги, понятно. Да, не позволяет мне... Но мнение вы имеете. Да, и мнение имею. Так вот,
Конституционный суд обязан и имеет право, и по сути своей является балансом между ветвями власти, но он не имеет права вторгаться в Конституцию. О, потом... Значит, еще раз. Это, вот на мой взгляд, важнейший момент. Значит, вот есть Конституция. Вот ты как этот Цербер, пес на страже Конституции. Так. Никому не позволено нарушать Конституцию. И вот главным охранителем ее должен быть этот самый Конституционный суд. И как вдруг мы слышим, что оказывается Конституция, ту, которую он должен защищать всеми возможными средствами и способами, вдруг говорится, да, ребята, Конституция это не главное. Вот там депутаты в горячке какую-то декларацию там анонсировали, а вот это важнее Конституции. Бывает такое в мире? Я знаю, что Конституция Соединенных Штатов – это на самом деле трансформированная декларация как бы независимости. Да. Это мы знаем. Плюс... Но мы-то пошли по европейскому пути, по которому у нас декларация – это, скажем, волеизъявление народа высказано, а Конституция – это фиксация этого волеизъявления в законе. Я как бы так. А что, не а как нас, бы так, а так и есть. А что же наши судьи конституционные? Так вот, я хотел сказать, что ни один уважающий себя Конституционный суд или судья Конституционного суда не позволит себе нарушить Конституцию. Или, если говорить о судей, не поднимет руку для того, чтобы проголосовать за то или иное решение, которое нарушает Конституцию. То есть это его святая обязанность. Святая обязанность. И вот полномочия, наряду с другими вопросами, полномочия Конституционного суда Республики Молдова, есть дать комментарии Конституции, комментировать норму Конституции. И вот с моей точки зрения, наш Конституционный суд этой своими полномочиями злоупотребляет. И давая комментарий какой-то норме Конституции, одновременно он вторгается в конституционную материю, в саму Конституцию, и своими решениями они как бы... Становятся инструментом политической воли кого-то. И свои решения или решениями своими... комментариями на нормы Конституции, они как бы создают новые конституционные нормы. Вот их беда или беда нашего Конституционного суда. Потому что мы с вами все знаем, сколько, несколько решений, которые были Конституционного суда, которые создали новые конституционные нормы. К примеру. Так. То есть они тем самым покушаются на святая святых, то, что сами должны блюсти. Логично. И поэтому я говорю, что рано или поздно в нашей стране будет принята новая конституция. Я уверен, потому что сейчас нынешние Конституции 1994 года, которая была одна из передовых на то время, сейчас ее извратили таким образом, что напрашивается момент, чтобы принять новую Конституцию. Когда это будет, я не знаю. Но я хочу, чтобы чем быстрее, тем лучше. Но все так эти вот хитрые поправочки, пристроечки практика сделали нашу Конституцию орудием политиканизма. Да, ваше определение очень точное. И я бы подсказал вот будущим людям, которые будут работать над проектом новой Конституции, чтобы убрать из полномочий Конституционного суда право интерпретировать нормы Конституции. Чтобы навсегда лишить этот орган возможности участвовать в политических баталиях. И вторгаться в конституционную материю, создать новые, своими решениями, чтобы они создали новые конституционные нормы. А значит, и в Конституции ни в коем случае, ни в тексте Конституции
не должно быть политики в том плане, куда мы ориентируемся, на восток или на запад. Абсолютно. Мы там за ту партию или за другую. Потому что... Вот эти два момента. Пятая статья Конституции, по-моему, часть вторая, там есть сказано напрямую, что запрещается любая идеология в нашей стране. Вносить в Конституции запрещено. Запрещено. Значит, в стране запрещается любая... И Конституционный суд не должен иметь вот таких полномочий, когда ему вздумается брать и комментировать, как ему хочется эту Конституцию. Я полагаю... Это не его дела. Его дела защищать. Кстати, во многих или в большинстве Конституций европейских стран такие права Конституции, Конституционный суд не обладает. Более продвинутых государств. Не обладает. К сожалению, у нас это, тема изумительная. Я надеюсь, что мы здесь не последний раз. Мы еще обязательно эти темы для наших дорогих соотечественников, чтобы они понимали, что происходит. Я с большим удовольствием приеду на вашу передачу, потому что, во-первых, вы как человек импонируете не только меня, но и всех людей, которые вас слушают и видят. И вы очень общеразвитый человек, с которым можно беседовать на любую тему, а я знаю, что говорю. И вы очень, с моей точки зрения, как ведущий, как модератор, очень либеральный. То есть вы только даете, начинаете, а человек, который ваш гость приглашен, пусть высказывает свою точку зрения. То есть не перебивайте его. Вы даже пытаетесь помочь ему прийти к тому, что вы хотели бы услышать. Поэтому очень интересна ваша передача. Я с удовольствием приду, если приглашаете. Спасибо. Это я принимаю как аванс. И я буду стараться особенно не перебивать тех, кого приглашаю. Большое спасибо. Да, удачи вам. Спасибо тоже. И спасибо всем нашим телезрителям и дорогим соотечественникам. Кстати, очень красивое выражение вы подобрали. Красивое, потому что они так и наши. Так какой и наши, бы национальности, не важно, какой веры, каких политических взглядов. Это наши люди. Важно. Это наши люди, да. Спасибо вам огромное. Всех благ. Вам тоже. Благодарю вас за то, что пришли к нам и нашли время. Дорогие соотечественники, итак, вы слушали пояснение, объяснение, напутствие человека, который пошел очень большой и длительный путь, и тернистый, и все-таки, я считаю, в конечном итоге он показал себя тем человеком, в котором, одним из немногих, в которых нуждается наша страна. Честным, порядочным и человеком высочайшего профессионализма. Я имел в виду нашего дорогого гостя Дмитрия Пулбери. Спасибо за внимание. И могу сказать только одно. Будьте бдительны. Всегда рассуждайте, размышляйте. Всегда думайте перед тем, как идти на выборы или не идти на выборы. А если идти, то что у вас должно быть критерием вашего выбора? Это является непременным условием нашего будущего и будущего наших детей. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич.